В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, съемочная группа бельгийского телеканала RTBF посетила Суздаль. Она снимает зарисовки об особенностях футбола в России. Одна из них – суздальский футбол в лаптях. Моя задача была найти интересные сюжеты, и мне показалось, что футбол в лаптях – это очень интересно, потому что я даже не слышала об этом, когда начала искать, попала на в YouTube как бы какие-то ролики. И мне понравилась идея, что люди вот так вот национальную свою традиционную как бы поддерживают суть русскую и вот и играют в футбол даже в лаптях. Эти ролики они будут как расслабительные моменты в серьезных обсуждениях результатов всяких игроков. Чемпионат мира для многих это очень серьезно. И по ходу это будут такие вот трехминутные, пятиминутные маленькие видеоролики, которые будут вставляться перед рекламой, там, после рекламы, и будут людям просто придавать радость и показывать также просто Россию со всех ее разных проявлений. Футбол в лаптях – традиционные соревнования на празднике Лаптя. Он проходит в Суздале ежегодно уже 10 лет подряд. Для бельгийских телевизионщиков мастерство игры продемонстрировала местная команда по мини-футболу. Принимали участие в игре для бельгийского телевидения в лаптях. Очень весело и хорошо провели время. Удивительный и красивый город. Мы сегодня организовали замечательный матч по футболу в лаптях. У меня много классных кадров, и я покажу их зрителям. И вообще, Россия замечательная страна, а живут в ней интересные и красивые люди. Следующим российским регионом, который посетит съемочная группа RTBF, станет Иркутская область. Там снимут сюжет про дворовый футбол. Результат действия программы – мяч в каждый двор. Никита Алёкин для «Губернии 33».